Hi everyone, welcome to my English class. Вы попали на курс по самым нужным английским словам. Занятие веду я, преподаватель английского языка Игорь Закирова, и всем здравствуйте. У нас сегодня 16-е занятие. Если вы занимаетесь по учебнику, который вы сейчас видите на своих экранах, а курс построен по этому учебнику, это будет юнит 22. И сегодня мы будем разбирать прилагательные common adjectives и разберем их по двум группам. Положительные прилагательные, например, good, и рассмотрим различные синонимы и формы этого прилагательного. И, например, отрицательное прилагательное bad, и также рассмотрим различные синонимы. А также вы попутно узнаете много новых фраз и выражений, полезных фраз и выражений для разговорного базового английского языка. Курс полезен в основном для начинающего уровня, но также будет интересен и для low pre-intermediate, для низкого среднего уровня изучающих английский язык. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, если вы еще не подписаны. Я буду всем очень рада. Всем добро пожаловать, всем здравствуйте. И давайте мы с вами начнем. Итак, как я уже сказала, мы делим сегодня прилагательные, которые будем изучать, на две группы: good and bad, хороший и плохой. Это два базовых прилагательных в английском языке: good, хороший, bad, плохой. Сразу обращайте внимание на произношение: good, bad, bad. Например, a good restaurant. Хороший ресторан. A good restaurant. Ну, например, если три звездочки, да, мы обычно можем сказать, что это a good restaurant. A better restaurant. Ресторан получше. A better restaurant. The best restaurant in town. Самый лучший ресторан в городе. Town – это город. Также можно услышать такое слово, как city, ну, это то же самое. The best restaurant in town. А звездочки в английском языке – это stars. Star – одна звезда, stars, если их много. И вот здесь сразу вам даны степени сравнения, да, прилагательных: a good – хороший, better – лучше, the best – самый лучший. The best – самый лучший. This restaurant is better than that one. Этот ресторан лучше, is better, чем than that one, чем тот. Than that one. И теперь такая небольшая информация для вас. Good, bad – прилагательные, когда мы описываем что-то, то есть что хотим сказать, что что-то у нас какое-то. Например, хороший ресторан – это у нас прилагательное. Оно всегда ставится впереди существительное, то есть перед существительным. Например, restaurant – restaurant. A good restaurant – хороший ресторан. Если слово, которое вы хотите описать, оно в единственном числе, если вы можете его посчитать, например, один ресторан – это restaurant, если их два – restaurants, или если их много – restaurants. Если ресторан один, то перед прилагательным мы ставим артикль, это вот a, a, a good restaurant. Или, например, a good book, a good city, a bad idea. Видите, да, здесь везде у вас артикль. Перед прилагательным a bad idea, например, плохая идея. Если же во множественном числе, например, book – это одна книга, а books – много. Тогда вам не нужен никакой артикль, вы просто говорите good books – хорошие книги, good books. Про артикли на моем канале есть отдельное видео, я оставлю ссылочку в описании, а также вот здесь в подсказках у вас должна появиться сейчас ссылочка. Проходите по ссылке, посмотрите видео такого легкого формата, информация про артикли, что это такое в английском языке, когда какой артикль использовать, пожалуйста, посмотрите. И давайте рассмотрим в словарике, у вас тут также даны примеры, еще раз, да, для закрепления: a good restaurant – хороший ресторан, this restaurant is better than that one – этот ресторан лучше, чем тот, better – лучше, и the best restaurant – лучший ресторан. Обратите внимание, что когда вы говорите о чем-то самое хорошее, самое лучшее, всегда будет с определенным артиклем – это the. The best restaurant in town, потому что
Почему? Потому что ресторан, он самый лучший, и он один-единственный, да? То есть это не какой-то ресторан, не просто какой-то хороший, а он самый лучший. Поэтому он, скорее всего, единственный, и поэтому будет всегда артикль определенный. The best restaurant in town. Давайте сейчас перейдем к следующему слайду и рассмотрим некоторые синонимы такого прилагательного, как good, хороший. Можно еще сказать nice, милый, beautiful, красивый, great, великолепный, потрясающий, wonderful, чудесный, excellent, отличный. That's a nice jacket. Это хороший жакет или милый жакет. Thank you. Спасибо. It's a beautiful day today. Сегодня красивый день или хороший день. Yes, it is. Да, это так. Yes, it is. Do you want to go to the beach on Sunday? That's a great idea. That's an excellent idea. Great – великолепно. То есть это классная идея, великолепная идея, потрясающая идея. It's an excellent idea. Это отличная идея. Какую же идею они хвалят? Давайте посмотрим. Ты хочешь пойти на пляж on Sunday? Это у нас воскресенье. Это хорошая идея, великолепная идея. Это отличная идея. That's an excellent idea. И здесь обратите внимание снова на артикль. Да, у вас он an. То есть здесь он просто a, поскольку у вас слово, которое стоит дальше, начинается с согласного звука G, а здесь у вас начинается с гласного звука an excellent idea, то есть рот открывается широко, и поэтому вы вместо E уже ставите an excellent idea. Mary is a wonderful person. Everybody likes her. Mary – чудесный человек. Все ее любят. Everybody likes her. Так, это были примеры, да, с основными синонимами прилагательного good – хороший. Давайте еще раз повторим nice – милый, beautiful – красивый, great – великолепный, wonderful – чудесный, excellent – отличный. То есть, когда вы хотите описать что-то, вы можете использовать не просто прилагательное good, а уже сделать вашу речь намного ярче, использовать эти прекрасные синонимы. Также, когда вы хотите выразить свое мнение относительно чего-то, ведь в русском языке мы тоже так говорим, например, нам что-то скажут, и мы можем сказать «отлично», «здорово», «прекрасно». Вот тоже вы можете использовать эти слова. Например, «The train arrives at 6 o'clock. Dinner is at 7:30. Great, wonderful, terrific, perfect. Например, вам говорят, что поезд отъезжает в 6 часов. Ужин в 7:30. Ну и в ответ, да, вот мы же как бы поддакиваем, да, или мы просто показываем интерес, или нам что, информация понятна, ясна. Вы можете сказать great, хорошо, wonderful, прекрасно, terrific. Изумительно. Perfect. Идеально. Например, если вам идеально подходит это время или идеально подходит этот распорядок, например, можете сказать perfect. Идеально. Великолепно. Или, например, вы что-то увидели, вам нравится, и вы можете сказать this is terrific. Это великолепно. Или that's perfect. Это идеально. Когда, например, человеку хотите сделать комплимент, сказать, какой он чудесный. You are a wonderful person. Ты чудесный человек, замечательный человек. Или it's an excellent idea. То есть эти прилагательные, вот эти вот необычные, то есть когда вы не ограничиваете словом good, они сделают вашу речь ярче, интереснее, богаче. Таким образом вы пополняете свой словарный запас. Идемте с вами дальше. Сейчас мы будем разбирать уже отрицательное прилагательное bad – плохой. Bad –
плохой. Рот открывайте широко и, пожалуйста, запоминайте, что алфавит английского языка всегда начинается с A, B, C. И поэтому звук, он тоже A. Bad. Bad. Очень часто я слышу неправильное произношение bad. It's a bad idea. But, и вот как раз если вы будете A, B, C, то у вас появится вот этот странный акцент, да, русский ваш акцент. Bad idea. Bad. That's a bad idea. A, B, C. Bad. Давайте рассмотрим также степени сравнения, да? Например, bad, worse, the worst. Плохой, хуже, самый худший. Worse, хуже, the worst, самый худший. Например, bad weather, плохая погода. The weather last year was worse than this year. Погода в прошлом году была хуже, чем в этом году. И вот здесь тоже вам очень много полезных слов и выражений. Во-первых, weather, погода, weather. Weather неисчисляемое, да, то есть мы не можем посчитать погоды, поэтому у вас нет здесь никакого артикля, да. Bad weather. Last year, в прошлом году, обратите внимание, у вас нет никаких предлогов. Last year, в прошлом году. This year, в этом году. This year. Worse than, хуже, чем. Значит, погода в прошлом году была хуже, чем в этом году. The weather last year was worse than this year. The worst, самый худший, самый худший. А в этом учебнике я почему-то не дам пример. The worst, самый худший. Давайте мы приведем его сами. This is the worst film. Это самый худший фильм. This is the worst film. А какие могут быть синонимы прилагательного bad? Давайте рассмотрим. Awful, ужасный. Disgusting, противный. Terrible, тоже ужасный, отвратительный. Terrible. Например, my hair looks awful. Бедная женщина смотрит на себя в зеркало, да, и ей не нравятся ее волосы. Мои волосы выглядят ужасно. My hair looks awful. My hair looks awful. Ужасно. Или вот, например, Jane is an awful person. No one likes her. Jane ужасный человек, да? Никто ее не любит. No one likes her. That's an awful thing to say. Это ужасная вещь, которую можно сказать. That's an awful thing to say. That's an awful thing to say. Обратите внимание, вот здесь в английском языке нету, да, вот этого определения, которую можно сказать, вещь, которую можно сказать. Здесь просто этот оборот дан через инфинитив. Например, вы можете сказать this is an awful city to visit. Это ужасный город для посещения, например, да? That's an awful city to visit. Да, чтобы его посетить. That's этот, да, то есть это ужасная вещь. I had a terrible day at work today. У меня был ужасный день на работе сегодня. I had, то есть я имел или у меня был. I had a terrible day at work today. The traffic is terrible at 5 o'clock on Fridays. Traffic – это движение, да, автомобилей на дороге. И вот ужасное движение, да, в 5 часов по пятницам. On Fridays. Дни недели всегда идут с предлогом on. On Fridays. The traffic is terrible. То есть движение на дорогах ужасное. The traffic is terrible. И давайте еще рассмотрим, как вы можете восклицать и выражать свое отношение к чему-то. Например, в русском языке мы можем сказать «как ужасно» или «как здорово» или наоборот «как плохо». I have to get up at 5:30 a.m. tomorrow.
I have to, то есть я должен что-то сделать, или мне нужно. Мне нужно вставать в 5:30 утра завтра. О, как ужасно. В английском языке всегда читается через такой дифтонг, да? Это не ох, а how awful, как ужасно. How awful. This bathroom hasn't been cleaned in weeks. Oh, how disgusting. Вспоминаем disgusting. Это отвратительно, да? Отвратительно. Значит, bathroom — это комната, где есть ванная, значит, ванная комната. Иногда даже про ванную, где туалет, тоже могут сказать bathroom. Эту ванную не убирали неделями. Hasn't been cleaned in weeks. То есть неделями подряд уже. In weeks. Неделя – это week. Как отвратительно. Oh, how disgusting. Disgusting – отвратительно. На этом, дорогие мои, все прилагательные, да, для начального уровня относительно таких прилагательных, как good и bad, хороший, плохой, и самые такие базовые, основные синонимы этих прилагательных. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Пожалуйста, ставьте лайк, если это было так. И напишите, пожалуйста, в комментариях, what words would you like to remember? Друзья мои, напишите, какие слова из этого видео вам бы хотелось запомнить. Обязательно перечислите, напишите их в комментариях. Таким образом вы потренируетесь и дополнительно вспомните эти слова. И write 5 examples with good and bad adjectives. Напишите 5 примеров с этими словами good, bad, а также с их синонимами. Например, a wonderful idea, a wonderful person. Можете написать короткие примеры, а можете написать более развернутые примеры и написать целое предложение на ваше усмотрение. Всегда используйте ваш шанс подумать на английском языке, написать на английском языке, потренироваться и дополнительно запомнить те слова, которые вам хочется запомнить и дальше использовать в своей речи. Это был канал Your English Time. Занятия вела я, Игорь Закирова, преподаватель английского языка. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Прощаюсь с вами, до скорых встреч. Take care. Берегите себя. Bye.